Как пишет Financial Times, под санкции за помощь стране-агрессору могут попасть прежде всего Индия, Китай, Саудовская Аравия и Армения. Это уже не первое предупреждение Вашингтона странам, желающим помочь России обойти санкции. Ранее о готовности США наказать страны, которые помогают России, заявил и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга. Он заверил, что Вашингтон располагает рядом инструментов для обеспечения полноценного исполнения санкций. Эти инструменты сейчас хорошо понятны компаниям и странам во всем мире. И мы готовы их применить, если в этом возникнет необходимость, заявил Салливан. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.